Здравствуйте, господа! Я вас всех приветствую у себя в группе. Сегодня я проведу тренировку на такую тему. Сначала я вам с вами поговорю, немножко пофилософствую, проанализирую и расскажу, почему очень важно строить бизнес именно сейчас. Почему? Что за причина этому? И потом я вам покажу сегодня, как установить вживую. Я буду с вами устанавливать аккаунт на MetaMax. Это на MetaMax, как только мы начнем продавать возможность, то есть 28 августа, как только мы начнем компания, можем начать продавать, мы сможем продавать именно через MetaMax. То есть вы сможете это через Pancake. Вам нужно иметь аккаунт на MetaMax, оттуда вы сможете выводить куда угодно. Поэтому это очень важно иметь этот кошелек, и уже у нас на фарме веб-сайт, если вы зайдете на первую страницу, там уже это есть на английском языке. Я вам сегодня сделаю на русском языке вживую, чтобы вы имели представление, как это делается. Все покажу. А потом, как всегда, вот дам возможность вам задать мне вопросы. Поэтому пока вопросы мне не задавайте. Единственное, я забыл попросить, напишите мне плюсики, если вы меня все слышите нормально. Просто напишите плюсики, чтобы я понял, что я не говорю впустую. Все, большое спасибо. Слышимость отличная. Я вам расскажу одну историю, произошло со мной много лет назад. Ну, не история, это я, у меня есть один знакомый, американец, мы с ним поддерживаем отношения. Он всегда пытается подписать меня в бизнес, я пытаюсь подписать его к себе в бизнес. Но мы все время имеем контакт, поздравляем друг друга, когда какие-нибудь праздники. Как по-английски говорят, все время keep in touch, то есть поддерживаем отношения. И это тоже было еще, кажется, 90-е годы, если я не ошибаюсь. Это было много лет назад, и он был в бизнесе. Есть такая компания, называется New Skin. Если я не ошибаюсь, они немножко поменяли свое имя. Это компания «Продукты здоровья», очень крупная компания, она торгует больше 2 миллиардов долларов в год. И он попал в эту компанию где-то за 5 до... Она уже была в бизнесе, в смысле, он начал почти с самого начала, и в то время, когда он мне рассказывал эту историю, когда это то, что произошло, он уже был в бизнесе где-то лет 5. И он зарабатывал где-то 5 тысяч долларов в месяц, и не мог перепрыгнуть эту цену, сумму. Вот мы как-то часто с ним говорили на эту тему, потому что я уже в то время зарабатывал немножко больше, и поэтому я его тащил к себе, а он меня тащил к себе. И вот вдруг, я помню, в течение года у него так пошел заработок, он мне особенно ничего не говорил, и в один прекрасный день он мне присылает копию своего чека. И чек он тогда заработал, кажется, 125 тысяч за один месяц. Не помню, 115 или 125. Это такой рывок у него произошел от 5 тысяч в месяц до 100, ну, допустим, 115 тысяч в месяц. Я просто обалдел. Я ему сразу на телефон и звоню. Что произошло? Он мне говорит, ничего не произошло. Я продолжаю работать так, как я работал всегда. Но наша компания попала, это такой phase, называется critical mass. Много названий есть. Popular Growth, Exponential Growth, Critical Mass – это по-русски критическая масса. И что это значит, критическая масса? В это попадает каждая компания. Если вы возьмете компанию, которая на сегодняшний день торгует миллиард долларов в год и больше, эти все компании, которые прошли критическую массу. Что это такое? Ну, когда компания начинает торговать 50 миллионов долларов в год, в этот момент происходит взрыв. Я не знаю, как честно объяснить это, но через это прошли все те компании, которые стали миллиардными компаниями. И вот когда компания начинает торговать 50 миллионов долларов в год, начинается эта критическая масса, и она проходит обычно где-то, может происходить 2, 3, 5 лет. И она идет от 50 миллионов долларов в год до миллиарда. Очень быстро. Идет такой взрыв.
И, в принципе, все люди, которые пришли в эту компанию до этого, они все, у них происходит феноменальный взрыв в их бизнесе. Это объяснить невозможно. Человек просыпается, смотрит на свой genealogy report, и у него было вчера 1000 человек, сегодня уже 40 тысяч человек за один день. Я пережил это. Я был в таком бизнесе, где я попал в самом начале, и у меня бизнес взорвался так, что я сам даже не представлял, что происходит. Но это у меня уже произошло позже. Когда мы с ним на эту тему разговаривали, я ему говорю: ну скажи, что ты сделал? Он говорит: я ничего не сделал, я продолжал работать так, как я работал. Ну, понимаете, это, знаете, как говорят, есть такая поговорка, как анекдот. Люди бегут, полицейский останавливает последнего, говорит: что ты бежишь? Говорит: все побежали, и я побежал. Вот это, в принципе, что происходит, этот феномен. Еще раз повторю, господа, любая компания, которая торгует на сегодняшний день $1 миллиард в год и больше, эти все компании прошли этот фейс. У кого-то он начинается через 5 лет, у кого-то через 3 года, у кого-то через 10 лет. Каждой компании по-разному. Но как только она доходит до 50 миллионов в год, я извиняюсь, не в месяц, $50 миллионов в год, происходит вот этот взрыв. Понимаете, господа, это то, что сейчас происходит у нас. У нас критическая масса произойдет. Она еще не началась. Наша критическая масса начнется в тот момент, не когда произойдет листинг, а когда произойдет, когда мы начнем иметь возможность продавать наш PPM, и когда, естественно, все начнет работать нормально с нашим приложением. Многие у меня спрашивают: Майкл, что такое, почему такое безобразие, почему не работает наше приложение? И сколько бы я людям ни объяснял, у меня иногда такое ощущение, что люди на другом канале, они совершенно не слышат, что я им говорю. Как моя мама покойная, земля и пухом, она мне говорила, когда я в школе учился, она мне говорила, говорит: сыночек, у тебя в одно ухо входит, а в другое выходит. И так происходит со многими нашими партнерами, потому что они ни черта не слышат. Господа, то, что у нас происходит в компании на сегодняшний день с нашим приложением, это нормально. Никаких проблем нету, это все в порядке. Через это проходят все компании такого типа. Telegram, WhatsApp, Facebook. Все проходили через эти проблемы. Zoom, на котором мы сегодня разговариваем. Перед тем, когда он начался первые несколько лет, у него были большие проблемы, были большие срывы. Никто не хотел использовать ихнюю программу, ихнюю комнату. Через это проходят все. Почему? Если у нас 600 тысяч человек во всей организации, то если бы у нас было бы 20 тысяч человек, все бы работало без проблем. Как только начинает увеличиваться количество, сразу появляются проблемы. Это нормально. Благодаря количеству людей, благодаря тому, что мы приводим людей, они видят, что за проблемы, они видят, что за глюки, они имеют возможность над ними работать. Но, к сожалению, это занимает время. Например, если мы... Какой-то глюк есть, окей? И компания, программисты компании починили этот глюк. Теперь эту информацию они должны отправить в Google Play и Apple Play. И пока они проверяют и устанавливают. Помните, сколько времени заняло, чтобы, например, наше приложение попало на Apple Play? Никто этого контролировать не может, поэтому занимает время. Но для нас это, господа, большой плюс. Почему? Потому что только серьезные люди, только те люди, которые на самом деле верят в продукт, верят в бизнес и хотят построить его, мы имеем возможность построить сегодня фундамент такой, что когда основная масса ринутся в бой, в основном это будет под нами. Поэтому критическая масса начнется в нашей компании, но начнется ли она в вашей группе, это неизвестно. Обычно говоря так: если у тебя 10 человек в группе, то твоя группа взорвется, когда начинается критическая масса, в 10 раз. Но если у тебя в группе 1000 человек, твоя группа взорвется в 1000 раз.
И вы столкнетесь с таким феноменом, что вы начнете звонить, обзванивать всех своих друзей, знакомых или рекламировать на интернете, где бы вы ни нарекламировали, и вам начнут люди отвечать: «Спасибо, но я уже в компании», «Спасибо, но я уже в бизнесе». Потому что среди нас есть много людей. Я один из таких людей. И много людей, которые сегодня посетили, находятся на нашем зуме тренировки. Мы не сидим и не ждем. У нас уже в группе есть люди, которых не один человек, а несколько, у которых уже группы более 40 тысяч дистрибьюторов. Насколько я знаю, вся русскоязычная группа, если я не ошибаюсь, это включает тех и другие группы, и группы, которые находятся ниже моего 12 уровня, у нас уже где-то 150 тысяч человек. Господа, на территории СНГ проживает 400 миллионов. Чтобы вы поняли, сколько работы нам еще есть. Поэтому это очень важно. Вы можете, в смысле, работать. Вы можете в это верить, можете не верить. Это не имеет никакого значения. Я, в принципе, все это рассказываю для того, чтобы потом кто-то из вас, может быть, не из вас, тот, который не слушал мои тренировки, не пришел и не предъявил мне претензии, что я неправильную информацию давал, что я его не предупредил. А я предупреждаю всех. Я уже вижу, что происходит. Господа, мы много рассказывали, что очень много существует криптовалюты на сегодняшний день. Если я ошибаюсь, может быть, 5 тысяч наименований, может быть, даже больше. Кто-то мне говорил даже 12 тысяч. Но я не знаю, насколько это правдивая цифра. Ну, будем говорить, например, 5 тысяч. Ну, понимаете, что 99% всей этой криптовалюты, у них ничего нету за собой. У них нету, как у нас, комьюнити, у них нету, как у нас, утилитис. Ихняя крипто рушится все время, они открываются 5, 10, 40 долларов, и люди начинают инвестировать деньги и покупать, потому что есть очень много инвесторов во всем мире, которые ищут, куда инвестировать свои деньги, потому что многие не верят в фиатные деньги больше. Они хотят инвестируют, они ищут новые компании, новые криптовалютные программы. Но очень многие из них, к сожалению, которые не понимают, что они делают. Он вложил, купил, потратил большие деньги, и криптовалюта выросла до 40 долларов. Он балдеет, он вкладывает больше и больше, она раз рухнула, и теперь она стоит 1 цент. И такое сплошь и рядом. Потому что все эти рекламы на интернете, куда вас люди приглашают вас в ту или иную криптовалюту, новую или старую, они же никто вам не расскажет, какие там есть взрывы, падения и вверх. Конечно, я не хочу сказать, что PPM никогда не упадет. Конечно, она тоже может идти вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Я уверен, что цена тоже будет меняться, но она будет идти вверх. А теперь проанализируем, почему. Ведь это же очень просто. От чего криптовалюта может идти вверх? Ведь это не только от того, какое количество людей занимается в этой криптовалюте. Потому что если вдруг все начнут продавать, то, естественно, валюта рухнет. Когда все покупают, она идет вверх. Так вот тут кто-то подсказывает от спроса. И, конечно, от спроса. От чего спрос зависит? Спрос зависит от того, когда валюта идет вверх. А от чего? Почему? Ведь у вас спрос будет на валюту не потому, что Миша сказал вам, Майкл вам сказал, что ее надо покупать. Я могу говорить день и день, как говорится, с утра до вечера. Это же не значит, что PPM пойдет вверх. Если у меня есть спрос, это еще не значит, что у вас будет спрос. От чего он зависит? От комьюнити и от utility. Что такое комьюнити? Комьюнити – это мы все. И нас будет очень много. Потому что наш бизнес всего лишь, я не знаю, если вы сейчас увидите, вот мой смарт-телефон. Единственное, что вам нужно иметь, это смартфон. И уже через 30 минут вы начнете получать криптовалюту, которую вы уже можете продавать. Но я имею в виду, если это после 28 августа. Так как я сказал, после 28 августа вы уже сможете продавать нашу валюту определенный процент каждый месяц. И вы знаете почему, чтобы цена не упала вниз. И это будет происходить
оно будет увеличиться 1%, 2%, 3%, где-то полтора года. У нас комьюнити есть, господа. И как только начнется, можете себе представить? Я вам пример приведу. Но это со мной произошло на днях. Это будет происходить, как только произойдет не просто листинг, а как только произойдет еще, когда можно будет продавать, это будет происходить, ну, я не знаю, каждый день. Я это рассказывал, кажется, в прошлый раз. Это произошло, ну, пару недель назад. Я был с товарищем, пригласил своего товарища попить кофе и сделать ему презентацию, естественно, рассказать про панду. Он привел своего сына. Его сыну 21 год, он учится в колледже. И вот мы сидим, я разговариваю с его отцом, он слушает, пьем кофе. Я достаю свой телефон. Как я начал это делать, презентацию? Я достаю свой телефон и говорю, если ты установишь вот это приложение Панда, я объяснил, что еще есть проблемы, есть глюки, ты можешь попробовать установить, может с первого раза не пройти. Я все ему рассказал это. И уже через 30 минут ты будешь зарабатывать. Все, что я сказал. И потом я продолжал с отцом с его. Мы болтали там на разные темы. Пока я с ним разговаривал, я даже не обратил внимания, он уже установил себе на телефон эту программу. И где-то мы говорим, прошло уже минут 30, может быть 40, не помню. Он мне вдруг... Майкл, excuse me, извини. Показывает мне, я уже заработал. Он говорит, ни хрена себе, какой бизнес. Он мне говорит, а что мне делать, чтобы я заработал больше? Это был его следующий вопрос, когда он увидел цифру. Я ему говорю, если ты захочешь заработать больше, это зависит от того, сколько времени ты будешь проводить на этом приложении. Но самое главное, сколько людей ты приведешь бизнесом. А сколько я могу привести бизнес? Я ему говорю, на первом уровне ты можешь рассказать кому угодно. 100 человек, 1000 человек, 1 000 000 человек, не имеет значения. И ты будешь тем, кому они будут рассказывать, это будет второй уровень, и 12 уровней вниз ты будешь получать комиссионные со всей группы. Если я не ошибаюсь, пока мы закончили разговор, у него уже в группе было, кажется, 13 человек. Это еще монету нельзя продать. А вы представляете, что будет, когда ты скажешь человеку, что ты установишь, и через 30 минут ты зарабатываешь, и ты уже сможешь начать продавать. Естественно, пока есть оговорки, только 1%, потом 2%, но это все же будет увеличиваться. Вы понимаете, что произойдет, когда начнет происходить продажи, когда вы сможете продавать? Но работать надо сейчас. Надо строить свой фундамент. Я себя чувствую очень хорошо. У меня, если сказать конкретно, после последнего раза я проверял, у меня где-то почти 97 тысяч дистрибьюторов на 12 уровней. Сейчас, правда, прибавляется не так много, потому что не все люди работают, к сожалению, из-за того, что глюки есть. Но у меня все равно растет каждый день. Где-то 30-50 человек. Каждый день у меня идет рост. Это говорится о том, что люди в нашей группе работают. Но мне уже все равно на таком уровне, на котором я хожусь, я не говорю о своем прошлом. Я имею в виду о своем настоящем приложении. Я могу уже больше ничего не делать. И все равно мой бизнес будет расти. Я не могу больше не тратить свое время, не делать эти выступления, не выставлять ничего в группах. Могу положить на все крест. Я, конечно, этого не сделаю. Но даже если бы я это сделал, мой бизнес уже растет, господа. Но чем хуже вы, чем я? Большинство из вас намного больше образования. У меня всего лишь 9 классов образования, господа. Ну, так получилось в моей жизни. Если бы я мог это все сделать заново, я бы учился. Но я не учился. Извините. Зато моя дочка стала доктором наук в 29 лет. Поэтому к чему я это говорю, господа? Вы грамотные люди. Вы можете построить намного больше бизнеса, чем я, если вы поверите в себя. Это, конечно, самое главное, одно из первых. Ну и надо строить бизнес. Если вы не будете строить бизнес, если вы не будете никому ничего рассказывать, ничего не произойдет.
само ничего не происходит в жизни, к сожалению. Поэтому очень важно, господа, для вас строить бизнес сегодня. За последние две недели, ну, на прошлой неделе у меня ничего не было, я был занят, на позапрошлой неделе, за всю неделю я подписал 7 человек. 7 новых людей я подписал в свой проект. У меня теперь на моей первой уровне, на моем первом уровне 157 человек. И каждому из них я в первую очередь я рассказал о бизнесе. Коротко. Я сказал каждому человеку, в принципе, то, что я вам сейчас рассказывал. Никаких проблем. Не надо платить никаких денег, никаких рисков. А никаких рисков, потому что вы ничего не вкладываете. Установите приложение. Вы пользуетесь WhatsApp? Большинство людей пользуются WhatsApp. Теперь вы сможете пользоваться PangPanda, только в данном случае у вас будет, как говорится, зашифрованная информация, никто не сможет ее украсть. И вы еще за это будете получать деньги. Вы представляете, что произойдет, когда все начнет работать, что каждый из нас, вот, например, я на WhatsApp. Как я попал на WhatsApp? Товарищ мой из Латвии, из Риги, я ему звонил, он мне говорит: слушай, Майкл, мне дорого звонить тебе по телефону, вот есть такой WhatsApp. Я даже не знал. Я зашел, нашел WhatsApp, установил, и теперь у меня там тысячи людей на WhatsApp, которых я даже не знаю, ничего, я им не предлагал ни бизнес, не предлагал заработать. Они все пришли, потому что они хотят разговаривать по телефону, это бесплатно. У нас будет то же самое. Как только все проблемы будут убраны, все глюки, у нас все заработает. Господа, у WhatsApp были проблемы первые от 2 до 4 лет. А мы только открылись 29 октября 2021 года. У нас еще года нету. Конечно, у нас тоже есть проблемы. Так вот, каждому человеку, когда я объяснил, что какой бизнес и что есть еще проблемы, я всем говорил, что у нас есть проблемы, есть глюки, и если вы захотите, вы можете ждать никаких проблем. Но если вы начнете работать сейчас, вы построите большую организацию, и вы будете готовы, когда основные массы начнут идти в бизнес. И эти 7 человек подписались мгновенно. Это тяжело? Нет. Ну да, вы должны сказать человеку, что есть проблемы, и объяснить почему. Потому что мы только начались. Господа, если вы хотите построить большой бизнес и заработать деньги, строить надо сегодня. Завтра будете жалеть. Сейчас я хочу открыть свой экран. Одну секундочку. Сейчас я открою экран. Так. Андрей, если ты можешь мне сказать, слышно мой экран? А смысл, видно мой экран? Окей. Господа, это... Упс. Вот это MetaMask. Вы все должны зайти на эту сайт metamask.io. И на этой сайт вы должны открыть аккаунт. Это вам нужно будет для того, как вы сможете через этот кошелек продавать и в основном продавать ваши PPM. Поэтому это очень обязательно нужно знать. Это очень классно. И компания выбрала именно MetaMask, потому что на ней будет легче это делать. Мы еще будем делать тренировки, будем рассказывать подробности. Но первое, что вы должны знать, как же открыть аккаунт. Видите, написано «Download». Нажимаете сюда, и вы устанавливаете на свой Chrome. Одну секунду. Приложение. Ну, это как приложение, или как это правильно сказать? Одну секундочку. Add to Chrome. Да, расширение. Окей. Add extension. Я надеюсь, это все очень просто. Вы все это видите. Сейчас она проверяет. Окей. Все. Вот она. Я add extension.
Видите, она какая лиса на ней. Вот когда вы крутите этот, как его, стрелку, она везде смотрит. Видите, вот здесь в правом углу, если я нажимаю, то показывает, вот она, MetaMask, если когда вы хотите найти ее. Теперь get started. Да-да-да, я знаю. У меня на другом компьютере это все установлено. Здесь я уже установил себе аккаунт. Просто здесь я хочу показать, просто как установить. Я уверен, а с остальным люди разберутся. А теперь нажимаете get started. Если, например, у вас есть аккаунт, и вы просто хотите переставить его там или на телефоне, или на другом компьютере, тогда вы идете вот сюда, с левой стороны. Если у вас нет, Create Wallet. Нажимаю сюда. Значит, вы соглашаетесь о игре. И теперь вы придумаете паспорт. Паспорт должен быть не меньше 8 характеров. Лучше делать больше. Господа, вот этот момент очень важный. Вы должны быть уверены, что вы должны сделать паспорт такой. Например, если вы сделали паспорт, и вы его можете запомнить, значит, он плохой паспорт. Паспорт должен быть большой, там должны быть цифры, разные характеры, буквы маленькие и большие. И вы должны делать очень тяжелый паспорт. И паспорт вы должны сохранять не на компьютере. Если вы его установите и засейвите на компьютере, его могут украсть. Вы должны распечатать на бумаге 3 экземпляра и положить в разные места, чтобы вы ни в коем случае не потеряли. Потому что если потеряете, то вы можете его больше не найти. Значит, окей, вот это один. И сейчас я тут же сделаю здесь. Окей, опять в этот квадратик знак и написал create. Окей, здесь вам, тут есть коротенькое видео на английском языке, ну, нам оно не нужно. Видео я сейчас вам расскажу о чем. Значит, теперь нужно придумать, это называется recovery phrase, слова. Сейчас я вам вот кликаю сюда, видите, где вот этот замок. И обязательно надо скопировать вот эти цифры, вот эти слова. Я их скопирую. Сейчас я их сделаю здесь. Одну секундочку. Ставлю сюда. Сейчас вам объясню, господа, что это такое и для чего это делается. Это очень-очень важно. Окей. Значит, теперь вот это то, что вы должны засейвить эти слова со своим паролем. И когда вы начнете заходить в другом месте, захотите открыть аккаунт на другом компьютере или на телефоне, у вас запросятся эти слова. И если у вас их нет, если вы их потеряли, то все, зайти в свой аккаунт вы не сможете, вам никто не сможет помочь. Если вы потеряли пароль вы можете recover. Эти 12 слов вы никогда не сможете recover. Считайте, что вы потеряли все, что было на вашем кошельке. Поэтому очень важно это держать, это для того, чтобы никто вам не смог взломать. Поэтому это тоже надо распечатать, ни в коем случае не держать на компьютере и держать где-то на бумажке. А теперь я вам покажу, что это значит. Окей. Теперь следующие. Вам даются все эти слова, которые вы только что видели, только в другом
они перемешаны. И вы должны выставить сюда так, как они были показаны вам. Поэтому я сейчас вернусь заново. Одну секунду. Сейчас сделаю так. Окей, вот они. Я пишу. Значит. Ну, it's okay, я расскажу. Я просто ставлю эти слова в такой очереди, как оно было на предыдущей странице. Значит, первое у меня должно быть вот это. Way. Второе – inject. Третье – вот это слово. Четвертое – это. Пятое – это. Шестое. Седьмое. Окей. Теперь я могу зайти. Все, congratulations, все, it's all done. Вот я нахожусь, открыл себе аккаунт. Значит, господа, две вещи очень важные. Пароль должен быть всегда длинный и такой, чтобы его запомнить нельзя было. И после пароля вот эти, это самое главное, вот эти 12 слов, которые вам дали, потому что только вы будете знать, в каком направлении, в какой по очереди вводить. Иначе, если вы ошибетесь, вы в свой аккаунт зайти не сможете. Господа, это надо делать, вам не надо будет каждый раз, когда вы заходите на свой аккаунт на своем компьютере, вставлять эти 12 слов. Но если вы решили открыть свой кошелек на телефоне или где-то на другом компьютере перешли, или купили новый компьютер, когда вы делаете это заново, оно всегда у вас попросит эти 12 слов. И если у вас их нет, если вы их потеряли, даже сама компания MetaMask не может вам их дать, потому что у нее их нету. Они это не запоминают, не сейвают. Это для нашей же безопасности. Поэтому, господа, это очень-очень важно, чтобы ни в коем случае, не дай бог, вы потеряли эти 12 слов. В принципе, все, это первое. Потом здесь, я пока это говорить не буду, здесь еще можно поменять. В этом месте придет время, вы получите тренировку насчет, как выбрать PPM. Может быть, мы обратимся к Андрею, он нам сделает эту тренировку в будущем. Но на сегодняшний день пока хватит. Так что теперь я вам дам возможность задать себе вопросы. Только сегодня я хочу вас попросить, господа, не говорить вслух, как мы всегда говорили. Кто-то поднимал руку, потому что многие мне жаловались, что они слушали запись, и не слышно, как люди задают вопрос. Поэтому я давал ответ, но они понятия не имели, о чем это. Поэтому сегодня я попрошу вас, господа, если у вас, у кого-то есть вопрос ко мне, пожалуйста, задавайте этот вопрос в письменном виде в чате. И я постараюсь всем ответить. Боюсь не заполнить важные вещи. Запись есть, так что я записываю. Все будет нормально, дай бог, чтобы не сорвалось, я это выставлю в группе. А если у меня, если у вас уже есть MetaMask, то вам, естественно, его новый открывать не надо, он у вас уже есть. Я не помню код для активации кабинета, как восстановить код. Если я пробил декод активации кабинета, когда, если вы, ваш телефон уже зарегистрирован, и вы, когда код вам дается, он дается всего лишь на несколько секунд, если я понял вас правильно. Поэтому вам просто нужно заново ввести телефон, и вам пришлется новый код.
Если вы говорите о код подписаться в компанию, значит, вы должны обратиться к тому человеку, кто вам этот код дал. Да, Геннадий, вам тоже большое спасибо за то, что вы посетили сегодняшнюю тренировку. Так что, господа, пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте. Если вопросов не будет, то я буду заканчивать. Да, господа, вам тоже всем спасибо. Самое главное, чтобы вы понимали, что, да, еще есть очень много глюков, это я понимаю, и над этим работаю, так что, если у вас не получается войти в систему, не пугайтесь, пытайтесь, продолжайте пробовать, потому что эта проблема может решена в любой момент. У меня есть тоже люди, которые не могли зайти с первого раза. Кто-то получил за один день, кто-то получил за несколько дней, но потом они мне все писали, что все зашли. Так что просто продолжайте пытаться. Единственное, не пытайтесь больше, чем 3 раза подряд. Если вы сделали 3 раза и не получается, подождите хотя бы полчаса. У меня уже, господа, не спешите писать подряд, дайте мне, потому что когда вы пишете, все вопросы улетают вверх. У меня уже сумма дошла до 5.8, потом снова пропала, потом появилась и снова пропала. До сих пор будут начислять, господа. И из-за глюков такое может происходить. Каждый из вас получает крипто каждые 30 минут. Так что вы все получите то, что вам положено. Единственное, господа, о том, о чем я еще не говорил, помните, в презентации первый год мы получаем каждые 30 минут. А потом следующие 2 года мы будем получать меньше. Так что, чтобы вы понимали, что следующие 2 года начинаются в ноябре. И в ноябре уже эта цифра поменяется. Я сейчас скажу точно. Короче говоря, в ноябре вы будете получать, выделяться будет не 1050 биткоинов, а 525 биткоинов, PPM. Но уже будут нам даваться каждые 20 минут, и это уже будет в течение 2 лет. Потом следующий цикл будет в течение 4 лет, и последний цикл будет в течение 8 лет. Так что год заканчивается в ноябре, первый год. Сейчас всю команду видно. Сейчас всю команду не видно в кабинете, не видно 12 уровней, только первая линия. Будет ли видно всю команду, как раньше? Сейчас я посмотрю, потому что всю команду видно. У меня на телефоне, без проблем. Одну секундочку. Сейчас я посмотрю и скажу вам точно. Потому что я проверял сегодня рано утром. Все работало. Если у человека нету Red, да, может быть. Там у вас, господа, есть 2 линки. Panda Pals и My Referrals. My Referrals – это только те, кого вы привели сами лично. Если вы нажмете на Panda Pals, вот, пожалуйста, у меня открылась вся группа, все видно, без проблем. Так что, если у вас не видно, вы что-то сделали неправильно. Вы также можете зайти на веб-сайт. Сейчас я вам ее напечатаю. Если даже у вас не работает на телефоне, но если вы зарегистрированы, вы можете увидеть, сколько криптовалюты вы заработали и сколько у вас людей в группе на этой веб-сайте. Сейчас, одну секундочку. Если вы зайдете вот на эту веб-сайт pangpanda.io, у вас попросится ваш телефон. Тот телефон, с которым вы зарегистрированы, вы можете туда зайти, вам тоже пришлет код, чтобы быть уверены, что это именно ваш аккаунт, и вы сможете увидеть всю свою группу и всю, сколько вы заработали криптовалюты. На веб-сайте работает отлично, без проблем. Почему новых приглашенных не видно и начисление на одном уровне? Что-то вы делаете неправильно, потому что все показывает, так как я только что сказал, я только что проверил, зашел в кабинет, видна вся группа и видно все, что вы зарабатываете. Вот зайдите на эту pangpanda.io и проверьте все заново. Вот я пишу, человек пишет ужасные глюки из описания, и самое печальное, что не отправляются сообщения отдельным контактам и нет звука об уведомлении входящего сообщения. Окей, еще раз повторю для вас.
Ничего здесь печального нету. Если вы хотите, чтобы не было печально, придите через год. Не делайте ничего, уйдите в сторону и придите через год. Тогда не будет никаких глюков. Но тогда будет печально для вас, что вы этого не поняли год до того и не начали работать сегодня. Мы все прекрасно знаем, что есть глюки, к сожалению. Это нормально, через это прошли все крупные компании. Я еще раз повторю, WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype, Facebook. У многих этих программ были проблемы первые 2 года, у некоторых до 4 лет. Это нормально, через это все проходят. Поэтому, если для вас это ужасные глюки, значит, я уже вам сказал раньше, вы установили аккаунт, вам будут платить. Так что вы за это не волнуйтесь, вы уже ничего не потеряете. Поэтому сидите и ждите. Я не хочу сидеть и ждать. Я не боюсь глюков, я не боюсь сложности. Каждому человеку, которого я подписал сам лично за последние 2 недели, я каждому в отдельности рассказал, что есть глюки, объяснил почему. И каждому из них сказал, у вас есть возможность ждать, пока все глюки будут убраны, или начать работать сегодня и строить ваш бизнес. Потому что когда все будет решено, основные массы хлынут только тогда. Но только те люди, которые строили сегодня, заработать самые большие деньги. Надеюсь, вы меня услышали. Господа, есть еще глюки? Есть ли еще вопросы? Окей, у меня технически не получается подписать человека по ссылке. Покажите, как правильно. Похоже, я где-то делаю ошибки. Подписать куда? У нас можно подписать в Panda 11. У нас можно подписать на приложение и на фарму. Вы мне должны сказать конкретно. Кстати, я начал вам рассказывать про utilities и про community, и я не закончил. Я извиняюсь, я только сейчас, когда мне человек задал этот вопрос, вспомнил. Я вам только рассказал про community, это то, что мы с вами. И это community будет только расти. Utilities, то есть то, что очень самое главное, очень важно. Ну, во-первых, не забывайте, что человек, который купил PPM и положил на фарму, я имею в виду человек, который не участвует в панде, он просто решил инвестировать деньги, то они все будут понимать, что если он купил свои токены и держит у себя на фарме в кошельке, то эти токены начнут расти в цене тоже. Я имею в виду в количестве. Это очень важно, не у всех такое. Это первое. Второе. У нас панда-приложение – это utilities. Наша криптовалюта прикреплена благодаря смарт-контракту на 15 лет к нашей фарме. И к нашему приложению. Вот вам utilities. И еще одно из самых важных utilities – это Panda 11. Panda 11 – это спорт фэнтези. Это система, где люди могут играть спорт и плюс ставить ставки. Чтобы вы имели представление, фэнтези спорт приносит $22 миллиарда в год, и на сегодняшний день это самая быстрорастущая система, которая увеличивается где-то 9,5% каждый год. Поэтому, господа, может быть, вы не играете и не ставите ставки на спортивные состязания. Ну и что? $22 миллиарда уже тратится каждый год. И самое главное, господа, что люди, которые захотят играть в PPM, в смысле в Panda 11, они должны покупать PPM, потому что все ставки исходятся из долларов. Например, ставка $10, $100, $1000. Но ставку эту надо делать только благодаря нашему монете PPM. Как только произойдет листинг, то можно будет делать ставки только в PPM. Это говорит о том, что люди начнут их покупать. За счет того, что люди покупают PPM, цена монеты начинает идти вверх. И самое главное, что их совершенно не будет волновать, сколько стоит этот PPM. Если они хотят сделать ставку, например, $1000, а PPM стоит $100, так они купят 10 PPM. Или они купят 20 ppm, или они купят 1 ppm. Их совершенно не будет волновать цена этой монеты. Поэтому
благодаря этому это будет большой драйв, то есть монета наша будет идти вверх. Так, секундочку, господа, не дайте мне возможность ответить на вопросы перед тем, как вы задаете новые. Потому что вы пишете, и все у меня улетает вверх. В бета-версии в личном профайле была указана почта здесь. Господа, еще раз вам повторяю, что еще всего нету. Не задавайте, пожалуйста, вопросы на ту тему, на которую уже дал ответ. Вот когда все будет закончено, вот тогда вы все увидите. Сейчас идет конкурс «Панк-панди». Участвовать обязательно? Нет, не обязательно. Просто люди, которые будут участвовать, могут выйти, выиграть от 6000 ppm, и я не помню, 25000 ppm будет выплачено на все подарки. Так что это не обязательно, это только как вы хотите. После обновления не могу попасть в свой кабинет. Значит, продолжайте пытаться. Только не пытайтесь очень часто. Если вы зайдете на эту веб-сайт, который я скинул, pangpanda.io, вы увидите, сколько у вас дистрибьюторов, и вы увидите, сколько вы заработали. Человек случайно вышел из панды, а теперь его при наборе номера телефона сбрасывает внесенный номер. Это глюк. Эти глюки все зависят от того, в каком регионе вы живете, в какой стране. И такое есть. Он просто, как я уже сказал, пусть продолжает заходить. Но если он зайдет на сайт pangpanda.io со своим телефоном, который зарегистрирован, он все увидит. У партнера заблокирован номер телефона. Он поменял номер. Как быть? Это нужно посылать всю эту... Знаете что, напишите мне на мой... или WhatsApp, или Telegram. Если вы находитесь в Телеграме, вы можете найти мое имя в нашей группе и прислать мне это письмо, и я вам скину ответ. Можно передавать друг другу из одного аккаунта в другой токен PPM? Пока это невозможно. Будет ли такая возможность, не могу сказать. Я говорил на эту тему с Албертом. Проблема в том, что если дают такую возможность, это усиливается возможность своровать токены. Потому что, к сожалению, среди нас есть люди, которые не совсем честные. И поэтому, как только дается возможность переводить токены с одного аккаунта в другой, сразу же это поднимает, усиливает возможность людям своровать ваши монеты. Я уверен, что вы этого не хотите. Поэтому пока я не могу вам ответить на этот вопрос, но я не думаю, что он вам нужен будет, потому что когда вы начнете зарабатывать и можно будет продавать, вы всегда можете открыть аккаунт, как, например, Punk Panda, я имею в виду на MetaMax, и оттуда переводить свои PPM кому угодно. Можно ли исправить ошибку в указании почты? Это можно. Вы должны написать в суппорт по электронной почте и по электронной почте указать неправильную почту, а потом указать правильную почту. И посылать по электронной почте вы должны именно с той, со своей почты указать свое полное имя, фамилия и свой телефон номер. И они меняют. Насколько я знаю... Потому что я поменял почту своей супруги, когда она, если напишите правильно, меняет в течение 48 часов. Еще, господа, если еще есть вопросы, пожалуйста, пишите. Где брать код при входе Edit Profile? Ну, это вы, значит, проспали, потому что, когда вы подписывались, вам давалась возможность этот код сделать. Поэтому, если вы его не сделали, то это нужно писать в суппорт. И еще раз, в суппорт писать на электронную почту, и вы должны обязательно указать свое имя, фамилию, свою правильную электронную почту и свой телефон, и свой аккаунт, и свой телефон, и написать, что у вас нету пин-номера, и вам это сделают. Все это делается через суппорт. К сожалению, суппорт может работать сейчас дольше, чем обычно, потому что все усилия, они работают на том, чтобы запустить приложение в нормальном качестве.
Какие еще вопросы, господа? Это уже решено. Значит, человек пишет, есть надежда, что 29 июля 2022 года токен будет $1.50. Здесь дело не в надежде, уже было объявлено, что листинг будет 29 июля $1.50. Какой дальше вопрос, господа? Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если вопросов больше нету, то я буду заканчивать. Окей, господа, еще раз большое вам спасибо. Единственное, хочу еще раз заметить, что деньги в тренировках. А вот человек пишет, при входе в Edit Profile код надо придумать самому, потом нажать Done. Спасибо, Виталий. Я это сделал, кстати, так давно, что я уже совсем забыл. Значит, вот вам человек, который задал вопрос по коду, вам, вы получили ответ. Значит, вы пишете любой код первый раз, и он вас, кажется, спросит второй раз, подтвердите все, и у вас будет код работать. Господа, пожалуйста, запомните такую вещь. Деньги в тренировках. Если даже вы не понимаете это на сегодняшний день, поверьте мне, деньги в тренировках. Когда-то в жизни вы должны кому-то поверить. Еще раз повторю, деньги в тренировках. И, пожалуйста, господа, если вы не посетили сегодняшнюю тренировку, вы это увидели в записи, я понимаю, есть моменты, когда вы не можете это делать. It's okay. Я просто хочу всех предупредить официально. Пожалуйста, не пишите мне больше и не задавайте вопросы. Только в экстренных случаях. Потому что я получаю такое количество писем, и все вопросы на одну и ту же тему, я уже не в состоянии всем ответить, потому что я тоже, как и вы, продолжаю строить свой бизнес. Поэтому, если у вас есть вопрос, зайдите в нашу группу на Телеграме или на Фейсбук и прочитайте этот вопрос. Там есть на всех роликах есть много ответов на ваши вопросы, потому что они все одинаковые. Я только отвечаю людям на вопрос, который мне задают, если действительно я об этом никогда не говорил. На эти вопросы я задам вопрос, отвечу. А скажите, а конкурс платный или где его условия можно прочитать? Конкурс не платный, все условия есть, если вы зайдете на нашу фарму, там, правда, все на английском языке. Я, честно говоря, у меня сейчас нету времени все это переводить. Я сам не участвую в конкурсе. У меня, слава богу, я не жалуюсь. У меня большое количество PPM. Я трачу все свое время именно на строительство нашего бизнеса. Все, господа, большое спасибо. Одну секундочку.